Итак, я вам сегодня покажу, как сделать вот такую вот елочку-топотушечку. Сегодня мы ей будем делать подружку. Немножко будет она другим цветом, но делаться будет также, может быть, где-то немножко по-другому. Что для этого нам надо? Нам нужны бутылки. Она вот у меня даже стоит. Бутылки нам нужны вот такие вот большие. Белую и зеленую. Это бутылки от жидкого порошка. Нужна будет вот такая вот синяя бутылка, темная. Белая, длинная, из-под кефира, литровая, то есть 1,5-литровая. Они есть литровые и есть 1,5-литровые. Вот такая вот 1,5-литровая. И, естественно, зеленые бутылки. Вот такого вот плана. С этих всех бутылок мы будем резать, вот такие вот вырезать листочки. Это заготовки у меня от моих предыдущих работ. Я их вот так вот все собираю, соединяю листик к листику. Они остаются и иногда пригодятся для других работ. Будем вырезать. Это уже вы вырезаете так, как у вас получается. Я никогда не держусь и не придерживаюсь никаких правил. Миллиметража тоже не придерживаюсь. Я не знаю, сколько здесь сантиметров, высоту и ширину. Я даже не знаю. Я делаю всегда самопроизвольно. Вырезаем вот такие вот заготовочки или шаблончики сначала. Вот они у меня, эти шаблончики. Будем делать из трех шаблонов, с трех вот таких вот лепесточков. Я не буду рассоединять их. Вот такие вот нам нужны будут лепесточки. Всех по 15 штук. На одну елочку идет по 15-16 штук. Но это как покажет сам объем бутылки. Таких нам надо будет вырезать. Если этих по 15, то вот таких вот надо будет вырезать 30. И вот такая вот бутылка с под молока. Сейчас я ее буду разрезать. Так, разрезаем ее, оставляем донышко. Донышко разрезаем не совсем ближе к донышку, а вот делаем вот такую вот чашечку, коробочку. Вот такое вот у нас остается донышко. Откладываем и вырезаем. Вы можете взять любую бутылку, и это будет ваш размер. Какой хотите. Хотите большую, хотите маленькую, как хотите. Я взяла вот такую вот, чтобы была и не маленькая, и не большая. Вот как раз вот такую вот бутылочку. И сейчас будем вырезать наши шаблончики. Я всегда начинаю вырезать из шаблона побольше. Таких нам надо вырезать 15 штук. Я не додерживаюсь правил, я не рисую. Вырезаю всегда вот так вот. Если где-то что-то получится немножечко неровно, это будет не страшно. И вот так вот у нас получился листочек. И таких листочков я сейчас буду нарезать 15 штук. И таких тоже. Сейчас нарежу и покажу дальше. Итак, я нарезала
такие, с таких заготовочек. Такие вот лепесточки, будем так говорить. Что я делаю дальше? Теперь я их беру все и вот так вот заворачиваю. И потом здесь перегибаю. Ну, я перегибаю на две стороны, чтобы было удобнее и чтобы они были немножко помягче. Делаем вот такие вот заготовочки еще. Бутылку я вырезаю максимально. Сначала большие, потом поменьше. Где как получается. Так стараюсь и вырезать. И все вот такие маленькие и побольше листочки заворачиваю вот в такие вот заготовочки. Вот сейчас все заверну и буду показывать вам дальше. Итак, я замяла и большие, и средненькие, и маленькие листочки. Теперь берем нашу бутылочку, то есть вот такой вот ободок из бутылочки. Берем маленькие наши листочки. И теперь шилом горячим будем прокалывать, прикладывать вот так вот. Делать как подъюбничек, так я говорю. Прокалывать здесь по две дырочки. И так будем делать ровненько. Вот так вот будем ставить наши вот эти вот листочки, прокалывать и закреплять лентой. То есть не лентой, а вот такой вот проволочкой. Она удобная, мягенькая такая. Мне нравится с ней работать. Я работаю уже давно такой лентой, закрепляю свои лепесточки. Сейчас я буду прокалывать, прокалю, закреплю и будем с вами продолжать дальше. Ну, вот такой вот принцип работы пока. Это будет как подъюбник. У моей елочки уже у готовой вот такой вот подъюбничек беленький. Но я хочу сделать зелененький подъюбничек. Мало ли что там будет выглядывать или где-то будет что-то будет просвечиваться. Спрячем на всякий пожарный. Вот здесь вот некрасивое вот это вот. Итак, получилась у нас вот такая вот штучка. Вот такой вот подъюбничек. Ушло у меня сюда 12 штук. Вот. Теперь берем лист побольше и прикладываем уже вот так вот. И будем уже прикладывать мы их почаще, ровненько, чтобы они стояли тоже. Когда эти я ставила на таком расстоянии, потому что они опускались вниз. А этим будем подставлять уже вот так вот, ближе к друг дружке. Не обязательно, чтобы у нас этот ряд получался друг напротив друга. Будем делать вот так вот. Погуще как-то будет вот так вот. Сейчас опять же все вот эти вот буду прокалывать шилом по две дырочки и плотненько затягивать ленточкой. Вот, то есть не ленточкой, а проволочкой. Итак, у меня получилась вот такая вот юбочка с таким вот подъюбничком. Внутри получается вот так вот. Теперь берем наши лепесточки, которые были поменьше. И будем, закончилась у меня эта проволочка. И теперь между этими листочками будем прикреплять еще вот такие вот наши лепесточки. Между каждым
лепесточком. Будем прикреплять вот так вот. Сейчас опять же прикреплю. Прикрепляю я еще раз, скажу, горячим шилом. Прокалываю, прикладываю, сразу прокалываю, а потом затягиваю проволочкой. Сейчас доделаем и покажу дальше. Итак, я закрепила еще один ряд. Получается вот такая вот юбочка, так сказать. Берем наши лепесточки, последние уже, которые небольшие. Можно немножко побольше их вот здесь вот загнуть, чтобы было удобнее нам их закреплять здесь. И закрепляем уже вот в таком тоже положении. Между двумя предыдущими лепесточками из предыдущего ряда. Можно чуточку побольше замять, чтобы было покрасивше немножко. Здесь приминаем. В общем, смотрим так, как у нас они ложатся. Где-то можно примять немножко. Все это приходит во время работы. И то, как и куда какой листочек будет смотреть и как будет стоять. Я делаю немножко побольше. Здесь вот загиб так вот. Для того, чтобы было... Здесь мы ложим уголочком плотнее, а здесь закрепляем чуть повыше. Теперь будем вот это все прятать. Прятать будем мы вот этим вот листочком, вот так вот. Уголок ложим вплотную к нашим листочкам, а вот это вот, вот этот вот загиб мы будем прокалывать дырочки чуть повыше. Ну так, чтобы не закрепить. И они хорошо держались. Вот так вот будет. И следующий точно так же. Здесь у меня пошло не 15, а 13 листочков, лепесточков. Но это не важно. Как у вас плотность получится, как загнете шире, уже, как получится. Вот у меня получилось 13. Это не страшно. Этих можно, наверное, даже... И побольше закрепить, как получится. Так, пошла закреплять. Итак, получилась у меня вот такая вот юбочка для нашей елочки. Это вот под юбочек. Здесь позатягивать. Можно пообрезать, но я вот эти вот... проволочку не обрезаю, она так и остается. Получается вот так вот. Теперь нам надо на этот верх сделать колпачок. Сначала я вот эти вот разрезаю немножко, не совсем до конца. Вот так вот, чтобы они могли складываться. И будем вырезать колпачок. Нам надо опять же сделать макет колпачка. Берем газетку, скручиваем. Ну, я примерно так пока, примерно, потому что надо будет примерять на нашу юбочку. Так, и одеваем колпачок. Нам надо, чтобы он сел, этот колпачок, вплотную на нашу юбочку вот эту. Сейчас будем подтягивать. Так, подравнивать. Ну, где-то получается вот так. Сейчас надо немножко подрезать здесь, сделать красивый кружочек. Сейчас сделаю, покажу потом.
у меня получился вот такой колпачок. Вот. Я его здесь зафиксировала. Теперь нам надо вырезать с этого колпачка, с этого шаблончика, настоящий колпачок. Такой колпачок я буду вырезать из такой вот бутылки. Но на этот раз я буду вырезать его только вот такую вот половинку колпачка. Следующую половинку я буду вырезать из синей бутылки. Сейчас я разрежу все вот это вот и вырежу одну половинку, а потом другую половинку. Во-первых, я буду делать это первый раз. Как получится и что получится, я не знаю. Может, придется еще вставлять какую-то вставочку из белых бутылок. Сейчас буду смотреть, потом вам покажу. Итак, у меня была синяя бутылка, я вам показывала. Я ее разрезала. И теперь я с нее буду делать колпачок. Сейчас я ее сверну. И примерю на свой, то есть колпачок на этот. Вот так вот. И даже не знаю, может, оставлю вот такой вот весь синий колпачок. Сейчас здесь я зафиксирую, сделаю по две дырочки и зафиксирую проволочкой вместе с бусинками, белыми бусами. Сейчас я покажу, как я зафиксировала вот в этой вот своей елочке. И вот так вот, вот такой вот колпачок у меня получился. Затягивать было очень тяжело, конечно, туда не залезть, подтянуть хорошо проволокой, не вставить, не подставить. Но закрепила. Теперь я так, наверное, вот этот вот синий колпачок здесь и оставлю. Мне надо теперь вырезать вот такую вот белую вставочку. Вот так вот он у нас будет выглядеть. Так. Это я так и оставлю, не буду обрезать ничего. Для того, чтобы нам вырезать беленькую вставочку такую, я теперь вырежу вот такую вот нам надо штучку. Ой, попала как раз на этот. Сейчас я вырежу и продолжим. И вот у нас получился вот такой вот кусочек, чтобы был меньше расход у нас бутылки. И здесь большая бутылка, здесь большой объем получается. А бутылка хоть и большая, но получается немножко. Теперь сейчас вот так вот приложим. Посмотрю, как поаккуратнее приложить. И сделаем чуточку побольше в размере, чтобы потом нам можно было подставить и закрепить к основному нашему колпачку. Вырезала я вот такой вот пол колпачка. Вот так вот будет. Теперь я его подставлю вот сюда, вот выверну даже, может быть, в обратную сторону, вот так вот. Вот, и вот так. И первым делом я его здесь зафиксирую. Фиксировать буду вот здесь вот. Но никак прикреплять пока к основной нашей работе я не буду.
Это будет попозже, после того, как мы к нашей юбочке прикрепим ножки. Это так, просто подготовка, делаем верхний колпачок. Сейчас я все там подгоню, закреплю. Это работа не из легких и непростая. Требует усидчивости, находчивости, терпения. И будет выглядеть вот так вот. Потом сюда под этот синий колпачок я подставлю еще белую бумагу, для того, чтобы он не просвечивался. Как здесь зафиксирую, я вам потом покажу. Итак, вот я зафиксировала здесь. Теперь у нас получается вот так вот. Когда все будет готовое, мы потом его подтянем и хорошенечко он сядет. Так, конечно, еще где-то что-то подымает и садится не очень хорошо. А так, когда вот придавливаем его, он садится хорошо. И одеваем, потом сверху оденем еще один наш вот такой вот колпачок. Здесь все тоже, когда зафиксируем, все, он сядет хорошо и плотненько. Здесь еще мы будем потом подставлять и прикручивать наши шарики. Будем украшать. И здесь еще украшать, и здесь. Ну, верхняя часть у нас готова. Теперь нам надо будет делать ножки. Ножки, туфельки, прикреплять ножки. Все, как будем делать, буду вам показывать. Это процесс не быстрый, это долго очень, потому что надо где-то приложить, где-то подвернуть, подмять, согреть на огне, подрезать немножко. Работать тяжело с таким материалом, но очень интересно. Так, мы продолжаем делать нашу елочку. Сегодня я вам покажу, как я делала ей ножки. У нас бутылка, донышко бутылки, осталось вот с этой юбочки. Вы видели, когда я разрезала. Донышко получается у нас вмятое вовнутрь. Будет неудобно прикреплять нам сюда ножки. Поэтому я из бутылочки синей, которая осталась, донышко более ровненькое, прикладываю сюда немножко, как выравниваю. Будет вот так. С бутылки мы вырезаем половину. То есть бутылку разрезаем напополам. Складываем и разрезаем ее напополам. Пополам. Теперь с этой бутылочки, с этих той половинки будем делать ножки. Скручиваем в трубочку. Вот у нас получилась трубочка. Скручиваем хорошенечко, делаем размер такой, как нам надо, такой, как нам видится, так, как у нас получится и как нам хочется в первую очередь. Вот здесь вот, вот на этом месте мы с вами, то есть даже я, буду делать две дырочки. И закреплю эти дырочки проволочкой. Дырочки я и проволочку я достаю крючочком изнутри, делаю дырочки чуть побольше. Сейчас я сделаю и покажу. И достаю крючочком. Есть у меня такой еще в моем арсенале крючочек-помощничек. Итак, у меня я проколола здесь две дырочки. Дырочки сделала побольше, для того, чтобы можно было протянуть вот таким вот крючочком. Этот крючочек у меня от вязальной машины. Вставляем туда нашу
проволочку. Так достать ее невозможно, поэтому достаем ее крючочком. И все фиксируем. Закрепляем, чтобы она у нас не расходилась. Так. Вставляем. Все это делается не быстро, поэтому весь процесс я показывать не буду. И затягиваем. И так я закручу этой проволочкой до конца. И так я зафиксировала две наших ножки. Вот такие вот у нас получились ножки. Все это спрячется, его не будет потом видно. И это тоже спрячется. Что я делаю дальше с нашими ножками? Вот у нас есть здесь такие полосочки. Это будет у нас как бы как полосочки на колготках у нашей елочки. Беру и разрезаю их на 4 части. По эти вот полосочки. Вот так вот. Три, четыре. И следующую. Раз, два, три, четыре. Получается вот так вот. Разгибаем наши. Получилось три тут. Значит, еще одну сделаем. Прозевала одну. Разгибаем наши. Так. И так. Сейчас здесь подам. Ну, аккуратненько, более ровненько. Вот так вот. Все. Если где-то получилось неровненько, это не страшно. Точно так же делаем и здесь. И в этой ножке. Так. И вот получились у нас вот такие ножки. Теперь мы эти ножки будем прикреплять к нашему донышку. Вот так вот. А прикреплять будем опять же шилом, прокалывать. По две дырочки обязательно, по две дырочки будем прикалывать. Прокалывать по две дырочки и затягивать проволокой. Подставим, выровняем все ровненько. Вот так вот. И протыкаем шилом и затягиваем проволочкой. Делаем ножки, чтобы были одинаковые сзаду. Вот так вот эти швы. Я больше здесь не делаю никаких креплений. Ничем не закрепляю. Сейчас проколю все это. Прикреплю к нашему донышку. И покажу дальше. Вот так вот я закрепила свои ножки. Получается вот так вот. И здесь вот. Работать, конечно, тяжело. С пластиком, с таким. Ну вот. Вот так вот получились у нас ножки. Вот это вот лишнее я сейчас обрежу. Вот оно нам не надо, которое торчит.
Вот у нас получилось. Для чего нам была нужна юбочка? Юбочка нам была нужна для того, чтобы не было видно вот этой вот некрасивой штучечки. Так вот. Теперь мы берем и вставляем наши ножки в нашу юбочку. Можно даже немножко вот здесь вот подрезать. Наши ножки. Теперь мы будем эти ножки прикреплять к нашей юбочке. Подровняем. Если хотите, можно здесь вырезать кружочек и все вот это вот закрыть кружочком, так как я сделала. Вот. Все равно, конечно, зеленую проволочку видно. Ну, хотя ее под юбочкой не будет видно. Итак, я сделала кружок, закрепила его. И теперь будем вставлять наши ножки. В основную нашу деталь. Вот так вот. И все это будем закреплять. Все смотрится по ходу работы. Где-то что-то не получается, где-то куда-то выскакивает. Вот так вот. И теперь вот здесь я буду прокалывать по две дырочки шилом и затягивать все проволочкой. Сейчас буду делать, затяну и покажу. Процесс этот не быстрый, долгий. Показывать все это я не буду. Две дырочки, по две дырочки затягиваем. И так по всему кругу. Итак, я закрепила наши ножки. Подтянула, подровняла. И вот так вот закрепила. Что мы теперь делаем? У нас я взяла вот длинную проволочку такую вот, перегибаем ее напополам вот так вот, и теперь здесь и здесь в ножках, внутри наших ножек, мы будем делать две дырочки и вставлять туда проволочку. Я сделала здесь две дырочки и вставила туда проволочку. Для чего? Это для устойчивости наших ножек. Подтянула. И теперь мы будем здесь делать. Загибаем. Так. Это подравниваем. И это теперь будут у нас ножки. Теперь мы будем делать вот такие вот крючочки. Вот. Для того, чтобы в туфельке мы залили их ротбантом, и они стояли покрепче. Можем загнуть еще один разочек. Осталось это не страшно, в принципе. Ну, вот так вот.
Вот, сейчас подровняем все. Ну, вот получается у нас вот такие вот ножки. Наверное, я все-таки его обрежу, вот это вот. Плоскогубцами откушу вот эту вот ненужную нам лишнюю штучку. И вот так вот получается у нас ножки. Теперь у нас осталось доделать наш колпачок. Нам надо его теперь прикрепить сюда. Это будет, конечно, прикрепляться немножко посложнее, потому что нам туда никак залезть нельзя. Для этого нам пригодится наш мой крючочек-помощничек. Здесь я в нашей верхнем колпачке вот подняла вот так вот уголочек, немножко закрутила. Так мне понравилось. И будем все продолжать делать с колпачком. Сейчас я буду подставлять под него еще белую бумагу. Не бумагу белую, а есть у меня белый картон, золотистый такой. Сейчас посмотрим, что получится. У меня есть вот такой вот картончик золотым. Фольгой золотой такой. Делаем колпачок. И сюда подставляем колпачок наш. Под колпачок, колпачок. И вот у нас получилось вот так вот. Сейчас я аккуратненько все подровняю и посмотрю. Может даже, ну, вообще-то она будет и уличная. Она у меня. Может где-то и оставить вот такую вот золотую штучечку. Вот так вот. Здесь подрежется потом. Сейчас все это буду смотреть по ходу работы. Как будет получаться, как будет вставляться. Может посильнее вставить ее, скрутить. В общем, сейчас буду смотреть. У вас тоже так будет получаться, где-то не получаться, где-то как-то не так складываться, не так прикладываться. Все приходит во время работы. Так что примеряйте. И вот так вот. Ну, сейчас я буду мерить, прикладывать, и потом все вот это вот будет одеваться. Сейчас буду смотреть. И буду закреплять, буду фиксировать наш синий колпачок вместе с беленьким колпачком. Я закрепила здесь наш колпачок. Это я обрезать не буду. Здесь еще осталась проволочка. И теперь нам надо сначала украсить колпачок, а потом уже одеть его на елочку. У меня есть вот такие шарики. И сейчас я буду придумывать, как их украсить. Подставлять под елочку так вот и прикладывать наши шарики. Шарики я буду закреплять, опять же, проволочкой. Все фиксировать. И чтобы было поудобнее доставать, я пока колпачок не буду прикреплять к основному, к нашей елочке. Посмотрим. Сейчас буду придумывать что-то, как-то располагать, чтобы было красиво. Это тоже ваше усмотрение, как вам нравится, как вы хотите, как вы видите, что у вас есть, какой есть материал. Это ваше желание и ваш взгляд на красоту. Итак, я прицепила сюда шарики к нашему колпачку и этим же закрепила колпачок синий с белым. Теперь остается у нас самое трудное. Нам теперь надо закрепить вот этот вот колпачок к нашей
елочки. Долезть туда, конечно, так невозможно. Закрепляю я все хорошо и сильно. Теперь будем прокалывать здесь дырочки. Я прокалываю не часто, а реденько, где-то проколем в трех местах. Раз, там два и три. Она будет держаться, потому что затягивать будет неудобно и нехорошо. Туда никак не подлезть без моего крючочка. Вот. И сюда же теперь я подставлю, чтобы немножко спрятать там некрасивое все. Вот так вот бусы. И вместе с бусами потом буду закреплять. Это процесс недолгий, то есть долгий и неудобный. Ну вот получилось вот так вот. Итак, я проколола по две дырочки с внутренней стороны. Прикладывала колпачок. Затянула туда проволочку. И теперь будем вставлять наш колпачок вот так вот. Пока закрутим на временно немножечко, потом подтяну. Как я говорила, это работа не из легких и не быстрая, но интересная. Каждый раз получается по-разному, по-новому. Итак, вставляем следующие дырочки. Я здесь сделала не маленькие, то есть маленькие, чтобы не видно было. Их когда спрячем, вот опять немножечко подкручу сейчас, чтобы не распались. Крючочек мой здесь не пригодился мне. Вот. Вот так. Вот так вот. Один. И теперь все вот это вот мы будем теперь подтягивать и затягивать, и закручивать посильнее и поплотнее. И потом я уже прикреплю наши бусы. И вот я закрепила все, затянула, подтянула. Все сделала, украсила. Иногда бывает, приходится прятать какие-то недостаточки, какую-то проволочку, потому что по-другому закрепить нельзя. Зато она стоит насмерть. Клеем я не пользуюсь, горячим вот этим вот пластиком. Я все креплю на проволочку. Иногда проволочку снимаю, ленточку на проволоке, обметку вот эту вот зеленую, и работаю только одной проволочкой. Вот так вот получилось. Украсила я ее еще, конечно, красными бусами, чтобы было нарядно, чтобы все-таки это была елочка. А теперь нам надо будет делать ей ботиночки. Ботиночки я буду делать. Зеленые я не буду делать. Я думала зеленые, но зеленые и зеленые, два зеленых будет совсем некрасиво. Сделаю ей ботиночки серые такие. И еще буду украшивать потом ботиночки. Ботиночки будем делать уже завтра. Потому что устала, делала я их вот это вот даже два дня, можно сказать. И это то, что я уже знала, как делать и все, как прикреплять. А первую я свою делала еще дольше. Ну и теперь будем делать ботиночки.
Кому понравилось, оставайтесь. Будем продолжать.